Коренное слово не анал, а коренное слово профиль. Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, вы смотрите канал «Игра», и у нас продолжение прохождения Half-Life оригинальной версии. Поехали, поехали, дружок, поехали. У нас третья часть, по-моему, да, уже. Окей, погнали. Это, на мой взгляд, самая неинтересная локация, где мы просто едем, потом мы будем сейчас, ой-ой-ой, проехал, будем уворачиваться от пуль, прыгать через всякие бордюры. Поэтому... Ой, я что-то подобрал, какая прелесть. Окей, нам не сюда. Поехали. Так как я давно уже в это... Эй, бомбы, бомбы, бомбы. Так, стопы, 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 стопы. Здесь тоже у нас загадка. Ну, вылазь. Смотри внизу. Не понял. Ты кто? Кто-то нам что-то скинул. Ну ладно, спасибо. А нам, собственно, нужно вот сюда. Да, тихо, 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 тихо. Ты почему не улазишь? Темные коридоры. Так, а, вот сюда, все правильно. Вот сюда мы идем, чтобы сбросить эти бочки. А бочки нам нужны. Этот квест я уж точно помню. Никогда в жизни его не забуду. Он прикольный. Для того времени это было очень забавно. Класс. Вот, мы берем вот эту вот штучку-дрючку. И сюда ее. И сейчас нам воздух поднимет наш трамплин. И мы спокойненько перепрыгнем. А чтобы ты задолбёшь. Летаете вы. Вот. Вот, собственно, и все. Тут у нас ничего интересного нет, поэтому можно бежать туда, куда нам надо бежать. И на нашу... Так, поехали. Сейчас надо разогнаться. Вот. И перелететь. Надеюсь, все получится. Ну-ка. Класс. Так, тут радиоактивные воды. Здесь лучше не выходить. Какого хера? А, вон она. Вот она, эта поразительная тварь, которая в меня будет пуляться к всяким дерьмом. Ничего, ничего. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, началось, пацаны, извините, я вас не видел, вы что-то стоите прямо на дороге. О, дают. Так, лады. О, нихера вас тут. Ничего, мы убежим, мы же Гордона Фримена. Ой-о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 й
Назад. Давай. И раз. Класс. Ай, какая прелесть. Вот он, говорят они мне. А я могу сделать вот так, да? Хоть чем-то, но насрать им. Так, окей, мы сюда. Я увидел этих тварей. Здесь их нет, надеюсь. А, загрузка. Вот, мы уже промчались целую локацию. Поэтому интересно началось, да, они стреляют, они... Вон башня. Нам, в принципе-то, в эту башню и надо, по-моему. Я, может, что-то путаю. Но вроде бы как мы тут... А почему я стою? Оба-на! Нет, не это, это не рушится балка. Ну ничего. Это что, мины были? Это, наверное, были мины, да? Ну ладно, неважно. Не столь... О-о-о! Хераси. Давай, чувак, сюда, привет. Так, вот это я помню. Тихо. Это я помню, мы приехали так. Хорошо, бежим. Тут, по-моему, их... Да хера будет. Чувачков этих. Так, давайте перезарядимся сразу. Так, ты здесь стоял, да, дружок?
Он упал с такой высоты и умер. Как бы, ну, не особо-то и высоко. Теперь есть твердые доказательства того, что среди нас появился изменник, который в глазах иных граждан представляет, как мессия предстанет, представляет. А-а-а-а, я помню эту локацию, этот уровень я очень хорошо помню. Здесь будет жопа. Ну, не такая уж прям жопа, чтоб прям жопа. Он воплощение темнейших инстинктов, невежества и разрушения. Наивные умы наделяют его романтическим ореолом, присваивают ему опасные поэтические прозвища, как «Свободный человек» или «Прокладывающий путь». Позвольте напомнить вам об опасности следования таким мифам. На тебе. Мы едва начали убираться из глубокой пропасти в развитии нашего вида. Не будь мы скатываться обратно во тьму забвения, только что познав свет. Ну ничего, ничего. Вы еще меня узнаете. Если вы увидите этого человека, сообщите нам. Ваши заслуги перед Альянсом будут вознаграждены. Соучастие же в его делах не останется безнаказанным. Вы не мандите. Знайте. Как бы тебя расстрелять так, чтобы ты... Так, окей. Это у нас на всякий пожарный. Ага. Ой, кто там? Вы уже здесь? Нихера, я что-то... А, во. У меня есть защита. Хер прови... Ай-яй-яй-яй. Лошара. Ну, давай. Идите к папочке, друзья. Идите сюда. Не хотите? Ну, ладно. Так, а здесь у нас что? Комната пыток. Ну, это, конечно... Так, на это мы не будем тратить патроны. Оба-на. Гранатки. Это очень хорошо. Сколько... Целый арсенал. Отлично. Ну-ка, спрячемся. Скрипт. Сработает скрипт? Не сработает. Ну, ничего. Так, мосты от машин. Давай сюда патрончики. Так, здесь что? Тут у нас, наверное, тоже какие-нибудь. Ну, нет. Так. Отличненько. Тут ничего нет. Да? Надеюсь, ничего. А, окей. А, вот патроны еще. Все, отлично. Прям великолепно. Это что было? Это камера? Или это взрывчатка? Ну, это камера, да. Мы вот так сделаем. Все, и камеры нет. И нет монет. Вот так. Так, это ты что, сейчас взрываться будешь? Нет, не надо. Так, ну ладно, тут какая машина-то. Иди, твоя мать, безумный Макс вообще сосет. Ага. Да ты успокойся, Вася. Да бляха-муха, нихера. Я забыл про вас. Не-н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 е. Я от бедра стреляю не хуже, чем так-то, если бы я прицеливался. Твари. Понятно, что это не CSGO или любой другой Counter-Strike, но... Чего? Кто поддержать? Что-то сказал? Здоровье у меня полное, не надо мне... Так, что это такое? Как кидать гранаты, еще бы понять. Ладно, иди сюда. Угу. Гранаты, наверное, нет. А, вот, просто выбираешь ее и так, да? Ладно, давай. Мы вот так и сделаем, пускай. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, мы сейчас... Тихо. Ага. Да ну угомонитесь. О, слава богу. Ага. Не-не-не, бочка. Так, сейчас. По-моему, вот так можно. Это читерство. Вот то, что я сейчас делаю, это читерство. Ну, либо, как хотите называйте, либо это просто разум. Если игра позволяет нам это делать, почему бы нет?
Вот так вот сейчас получите, ребятки, пизды. Это просто два лоха, два лоха, два лоха встретились на поле брани. Так, а здесь надо, по-моему, бежать быстрее, браться за вот это и... Или нет? Что-то я путаю, да. Ну ничего. Может быть, реально... Я что-то путаю. Эй! Кирилл. Козлы. Я лучше сюда встану, чтобы я уже понимал, что у меня с этих сторон защита есть. Мудаки. Вы с кем связались, твари? Козловонючки. Козловонючки. Это новое ругательство. Так, эй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Эй-эй-эй, не-не-не, ну куда ж ты, стол? Жизнь у меня полная, броня у меня почти пустая. Патроны, 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 патроны. Так, что здесь? Это... Та ё парасоте же ж ты то в... Ой. Это какого-то... Ага, так, это ворота, которые открываются вот этой хренотенью. Во, смотри, 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 бух! Круто. Ну, понятно, она... Ой-ой-ой-ой-ой, надо обратно бежать, сейчас будет жопа. Сейчас будет пипец-пипецкий. Ну-ка, не тормози только, не зачем ты все это делаешь. Так, отлично, отлично, пошли. Вот так и понеслась. Я же говорю, тут надо будет стрелять. Да идите. Нет, нет, нет. Вы слишком глупы для меня. Вы слишком тупые, реально. Ну. Вот это бродяга летит, который меня выхлестнет сейчас быстро. Нельзя оставаться под открытым небом. Это очень опасный чувак. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы разберемся. Эй! Эй! Вы откуда взялись? Я вас не звал. Это мой день рождения. Я вас не звал сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успокойтесь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте вот так сделаем, и вы успокоитесь. Все нахуй. Ложись. На еще. Граната. Все? Ой. Да ты сдохнешь, тварина. Охереть. Стреляешь, не устреляешь, а он жив. Да-д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 а. 50% здоровья. Это печально. А у меня есть там жизнь, да? Сейчас, 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 сейчас. Тихо, 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 тихо. Я знаю, где взять жизнь. Фонарик нам не нужен пока. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Отлично. 90 это не 54. 90 это почти полная жизнь. Без брони, но полная жизнь. Так. Надеюсь. А, ну все правильно. Ага. Бежим, 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 бежим. Так, нам вот сюда, нам туда не надо, нам вот сюда надо. Поехали, 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 поехали. О, патрончики взял. Отлично. Так, и чего? У нас сейчас, по-моему, закончится как раз локация. Нет, 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 нет. Чуваки, не надо, не надо меня, просто отпустите. Охереть, пошли уже в дело. Нихера, Вася, ты что делаешь? А, капец. Нет-нет-нет-нет-нет. О, это вы чё? Вы чё, смеете, что ли, остановить своим телом меня решили? Ну-ка, 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 тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нам налево, нам налево, нам налево, нам налево. Я, честно говоря, думал, что здесь мины, когда первый раз играл. Сейчас я еду и спокойно. Так, ага. Хуюшки вам, вот, вот вон выход. Уюшки, ну, уюшки, я все сделал, нахер, нахер.
Вот это трэш. Вот это вот, конечно, крутотень. Твою мать. Тихо, не влез. Чуть-чуть не влез. Ну, ладно, это бывает. Все, по-моему, да, это конец локации, поэтому сейчас будет загрузка. Да? Нет? Да, точно. Ха-ха. Ловко мы? Ловко. Где-то я читал, что можно этих всех ребят убивать. Ну, смысл? Какой в этом нахер смысл? Это... Ой. Тихо. Тут надо, наверное, повременить. Подожди. Да подожди ты. Ну, объедь препятствия. Так, это... О, почему такой дерганый? О, что это он взял? Нихера. Ага, поехали. Я так понимаю, мы уже радиоактивные воды все у нас позади. Мы переехали давно, и у нас, в принципе, более-менее безопасно. Тут, я не знаю, здесь можно остановить... А, нет. О. Помню я это место. Здесь будет... Ну, тут, по-моему, да, бойня будет с вертолетами. Давай. Так вот встанем, чтобы никто нас не видел. Ага. Прекрасно. Великолепненько. Ну, пошли. Так, подожди. Давайте сохранимся. Новое сохранение. Но мы сохранимся на старое. А, да, переписать. Ну, с Богом, чё. А, первый раз здесь я играл, было очень страшно. Ух ты, это что? Это что такое? Это глюк? Эррор, ребят, это эррор. Да тихо. Нахуй. Эррор. Красота. Первый раз вижу вообще такое. Я даже скриншот сделал. Это же круто. Где-то какой-то скин здесь не догрузился, какая-то текстура, видимо, и поэтому эррор, ладно, эррор бывает везде. Даже с человеком бывает эррор. Так, где-то здесь я видел ящики. Да, у нас патрончики. Полные причем. Тут у нас тоже ребята с патронами были, вообще хорошо. Так, окей. Тут у нас что, кто есть? Тихо, зачем ты так стреляешь? Зачем ты так такое делаешь со мной? О, ворон, я же говорю. Мудозвон. Сейчас будем прятаться по гаражам. Да иди ты в очко. Дурак. Ха-ха. Нихера ты, Вася, ты модный. Так, то есть ты с вертолетом против меня, против человека с каким-то автоматиком. Мудак, ну ты мудак, ну просто мудак. Ты где? Ты кто? А-а-а. Не надо в меня стрелять. Тихо. Да твою ж мать. Ага, хорошо. О, может ой. Вы что там, по очереди что ли меня? Ох ты, твою мать. Не надо. Ага, чё там орёте, а? Я здесь, привет. Чего? Headshot, man. Мудаки, а? Да вы чё? Нет, это всё фигня. Да подожди ты, я хочу залезть. Ну. Да ебать. Вы что делаете, наркоманы? Ты хоть перезаряжай иногда, Вася. Нахуй. Я вот прямо с разгона стреляю и срать вообще. Я сейчас к тебе приду, блядь, за тобой. Ха-ха. Твари безмозглые, а. Железки тупоголовые. Ты откуда взялся? Откуда ты нахуй взялся? Желтый 7, салютуйте. Сейчас я просалютую, твою мать. Ага, окей, залазим.
У нас там выход туда. Тири-ти-тири. Угу. Ну, собственно, и все. Ну, в смысле, не все. Ага. Это будет красиво. А, нет, это не здесь. Это не в этой игре. Я думал, стекла будут улетать и все прочее. А тут можно монтировкой. Не тратя. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой! Юра, ты откуда ты взялся? Твою ж мать, 10%. Вот это жопа. Один процент. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блять, а ты где? А ты где? А кто меня убил? Рикошет? Интересно. Ну же ж твари. Подожди ты. Ага. Так, окей, пошли. Сейчас мы вас всех вынесем. Бочку можно выкинуть. Да вы А можно вот сколько? Нати, 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 нати. Подожди. Пошли. Сядь ты, еб твою мать, нахуй. Шифтим, 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 шифтим. Ой, промазал, надо же. Вот сколько там, конечно, намного интереснее. Чё? Открытый проем? Ой. Это что было? Это реально глюк? Там бочки не было? Или была? Ладно, ну-ка, мне вот неинтересно было вот так вот сделать. Да, блядь, падай ты. Почему ты не падаешь? О! Ну, хотел, когда они там были, можно было попробовать, чтобы ребятки эти отсюда и не вылезли никогда в жизни. Мозгов бы не хватило реально расковырять эту. О, бронь! А когда, ребят, это бронь? И здоровье вместе. Это чует жопа беда будет. Так. И мы сейчас сохранимся и будет. Наверное, попенция сейчас будет побаливать от того, что у нас будет. Ой. Вот сюда встанем сейчас. Секунду. Так. Ну вот, привет. Так, окей. А, тут можно прятаться, по идее. Ну-ка. Нам прятаться что? Нам надо его уничтожить. И, собственно, вот и все. А уничтожить мы его сможем, добравшись до башни. А башня здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, ебать! Хуя понеслась. Тихо-т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 ихо. Не-не-не-не, меня стрелять не надо. Ага, улетел. Тварь. Сейчас мы тебя захьярячим. Так, я не вижу, кого стрелять. Ты все? Твой тупоголовый. Вот и все, на что он способен. Всего лишь нужно было добраться до башни. То ишь. Да ладно. Нет, это все-таки показалось. Ой. Так, окей. Да, точняк. Ну все, мы вернулись и едем дальше. Походу. Да. Опа. Опа. Ну тут нас ничего не задерживает. Погнали.
Я думаю, это видео стоит, надо будет порезать, скорее всего, потому что многие вещи тут происходят так. Ну, посмотрим. Может быть, порежем, может быть, не порежем. Как оно получится. Так, ну, здесь мы ловко, конечно, прошли. А ты откуда взялся-то, тварь? Я ж тебя замочил. Ой. Ой-ой-ой, чё, жопа, сейчас что-то рухнет. Ай-ай-ай. Вот они, бомбы. Я помню, мины были, сука. Нет-нет-нет, блядь. Не бать. Тут нельзя останавливаться вообще. Сука. Твою мать. В принципе, нельзя останавливаться ни на секундочку. Просто лететь. Главное правильно лететь. В ту сторону, куда надо лететь. Вот был бы такой тоннель. От одного. От точки А в точку Б. И мы так бы проехали. Ну, иногда останавливались, пожарить шашлычок. И все. Вот вся игра тут приколюха. Так, здесь не помню, направо, налево. Опять налево. Ну ладно. Всегда налево. Красотища-то какая. Не надо, не надо, не надо, не надо. В меня кидать не надо, я же увернусь. Я же все... О, корабль красивый. Красивый корабль. Так, это мне не интересно. Все ваши вот эти вот бомбочки, это все до фени. До лампочки, как говорится. Удивлять, ты их там, откуда ты их там рожаешь, что ли? Где ты их, сука, берешь? Они еще здоровые такие, там уже не лезет вертолет столько, реально. Капец. Мистика. На грани фантастики. Вот. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вон-вон-вон-вон-вон, мне надо туда. Будет хорошо. О. Тихо, отлично. Ой, что это? Что это, что это, что это, что это? Нет-нет-нет. А, это нормально. Патрончики подобрал, по-моему. А, броня. Отлично. Вообще, сука, занесло. Хера. Прекрасно. Ну, давай, давай, детка. Почему? Почему? Кто? Где? Что такое? Что происходит? Почему такая лажа? Я хочу туда заехать. Прекратилось. Ну, ты видел, что творится? А, не, тю, я просто не попал с первого раза. Бывает, бывает промашки такие. Один раз, однажды я ее уже прошел, давно-давно. И, в принципе, все забыл нахер. Помню вот какие-то отдельные моменты. Я так по бортику прям круто проехал, ребят. Охренеть. Давай, давай, да куда ты? Так, нечестно, ну нечестно же так. Ой, ебать, ебать, кто-то меня канаёбит, окей. Залазь. Давайся, ну что ж такое-то. Едем, едем, едем. Мы живы, и это самое главное. Тихо, 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 тихо. Вот бомбы хорошо расходится, сука, слов уже не хватает. О, опять вы. Ну, ебаный рот. Как вы так? Да ебать. Поехали, я говорю, поехали. Нет, 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 нет. Налево. Нет, направо. Направо, 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 сто пудов. Я тебе сейчас, блядь, на берег встану, я тебя урою. Так, здесь мне... Ага, все правильно. Я все правильно поехал. Отлично. Я мастер от этого. Блять, ну какого хуя? Ты издеваешься? Ты издеваешься, да? Твою мать, блять. Это пиздец. Это просто пиздец. Открой, да разворачивайся, ты ебать тебя в рот. Давай уже, давай, родная, давай, поехали, 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 поехали. Держимся правее, вот так, вот так. И все, тихо, 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 тихо.
В ангар поехали. Поехали в ангар. Я сейчас выйду, он же тупой, он не будет расстреливать меня. Тихо. Патроны нужны. Все надо. Ну-ка. Секреты. Здесь должна быть куча секретов, потому что это же теоретически должны... А, вот, проскочить. Ага. И не заметить. Так, это какой-то лифт. Ага. Великолепно. И броня, и вон как все хорошо-то. Прям вообще. Так, а тут что? Ой. Охереть. Так, окей. И что это было? Это сюда надо заехать, да, на нем? Я так думаю. Ну, наверное, как бы. Ой. Тихо, нихера себе ты мочишь. Что? Опасный уровень радиации. Етить, колотить. Я не знаю, я правильно вообще сделал. Охереть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая красивая панорама. Слушайте, прикольно. Бах! Нахуй, куда я поехал? Я засмотрелся на эту хрень. Клево. Так, как сюда? Да ёб твою мать. Дубль 2 можно? Тихо, вот сюда, вот так вот, раз. Ага. Так, я просто тупо засмотрелся на падающую трубу. Так, окей. Да ты надоел уже. Срать гранатами своими. Да это реально, я поражаюсь. На меня целая армия отправлена. Так кто там сзади, да меня догоняет, что ли? Меня на одного целую, сука, армию натравили. Это просто нонсенс. Это жесть. Капец. Чувствуешь себя каким-то, блядь, реально террористом. Так, окей, стоп. Ага. Где-то здесь, где-то тут. Как-то так. Ну, окей. Поехали. Влез за орехами, ага. Отличненько. Чего это? Подожди. Ну, и чё? Я чё-то... Подожди, так, стопай. В смысле? Что нужно сделать? Тут все же... О! Ага. Тут все железное, надо просто открыть тупо забор, да? Сюда можно залезть. Хорошо. Фонарик. Да вы прикалываетесь, ребят. Я тебя просто так убью. Да иди ты в очко. Тупоголовая. Ну, напугал, да. Напугал. Было страшно. Я просто, в принципе, не пугаюсь. Крайне редко. Так, окей. Как мне туда залезть? А, вот. Тут понапреду. Вот этого я точно не помню, реально. Просто не помню и все. Ой! Нихуя. Чё? И чё я сделал? Чё я не так сделал? Надо... Так, подождите. Она должна... Куда? Вверх, вниз. А ну-ка, отъедь. Она должна вверх подняться, да? А, вот.
Твою мать, я его просто тупо не видел. Ну ладно, отлично. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Опа. Хорошо. Еле-еле, но перелетели. Так. Так, там куда ты, твою мать? Кроличья нора. Поворачивай. Не надо тормозить. Я думаю, мы приехали уже, в принципе. Ой, ой! Не верю собственным глазам. Ты где? Доктор Гордон Фриман, ты где? А, вы открываете. Я думаю, где они орут? Да, я приехал. Я сейчас вам навешу так люлей. Мы как раз готовимся снять с... Привет. Ой, какой ты урод. Нам нужно... Здоров. Сворачивать лагерь и уходить. Приветствую, Фриман. Приветствую тебя тоже. Я только пришел. Дайте мне посрать, поспать. Какую задачу? Твою мать, дайте... Козлы. Дура. Так, стоп. Да иди. Вот, да господи. Сюда. А, все, нельзя пройти. Она прямо по курсу. На старый ГЭС прячется Илай. Ну и чё? Илай. Книгу Илай смотрел, отличный фильм. Там тоже негр снимался. Хорошие новости. Вартигонд что-то там шаманит под вашим катером. Так что он станет... Вартигонд что-то там шаманит над вашим катером. Так что он станет помощней. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. Ты козлина, куда выходите? Дайте мне поспать. Вот здесь, здесь и здесь. Ловушки. А вот тут я закопал две гильзы. Так что... Ой, какой ты урод. Привет. Эй. Ты что не разговариваешь? Посмотри на меня, посмотри на меня. Дебила кусок, окей. Так, все, мы тут... Ну, на... вот что там делаешь, охотника, твой... Ну вот и мы сняли эту пушку с такого же охотника, как и твой враг. Такая ирония, просто душа радуется. И чё? Сбейте вертушку и сможете прорваться к базе Илая. Фримен должен взять это оружие. О-о-о! Хера. За свободу! За свободу, блядь! За свободу, нахуй! Пока, пацаны, спасибо. О, тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо, на-на-на-на-на-на-на! Ты сдохнешь или нет? А-а-а, оно накапливается. Все, я тебя понял. Не бесконечно, как бы. Не, счастье длилось недолго, как говорится. Ну ладно. Какая прелесть, слушай. Бесконечные патроны. Эй, ты чё? Нахуй иди. Отхватил кусок говна. На тебе. Тин-т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 ин. Ага. Так, окей, улетели. Так, ладно, нам надо куда-то там прорваться, какую-то Илая спасти. И, видимо, это сюда. Наверное, я надеюсь. Тут никого нет. Всем на точку. Так, стоп. Чего? А, я тебя понял, Васечка. Ой-о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 й
мать. Да ты сдохни или нет? Это все. Вот она была, где выходить. Паника. Это все паника виновата. А тут что, комната? Реально, слушайте. О, сколько всего. Муза там играет, вообще жгет. Вот такая. Так, окей, у нас... Нихера, это кто там был? Непонятно. А, вон он. Твою мать. Спасибо, ворота. Спасибо, рабица. Тихо. Я просто одной ножкой. Ой, простите, чихнул.
Поставил на паузу просто. Так. Здесь надо не залезть, правильно? Не залезть. А как не перелезть? Тут не залезть, а там не перелезть. А. Тут, наверное, заехать надо. Твою мать. Вот и все. Отлично. Ой! Твою мать, я ж сам уклонился. Не-не-не, я не буду прыгать, вы задолбали. Я хочу просто доехать уже вот здесь. Не-н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 е. Козлы, нихера вас тут сколько. То есть тут все так ждут меня, господа. Пушка, пушку ждут. Вот был бы я без... Их бы тут столько не было. Вот мне ждали пушку, надо, чтобы попробовать на себе. Сзади тут, что ли, по мне там пиляют. Ничего, ничего. Я сейчас вашего диктатора, главаря, завалю. И вы будете безработны. Будете работать на рисовой... На рисовом поле, выращивать рис, собственно. Ну, или что вы там хотите выращивать. Что хотите, то и будете выращивать. Хоть хотите капусту, лук, коноплю. Что угодно. О, вот эта тварь. Не-не-не-не-не, мне не нужны проблемы. Ай, блядь. Куда ты? Нихера сальто. Клёво. Я правильно еду? В ту сторону. Какое облегчение. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да и не надо. Я хотел направо, но получилось. Так, стоп, это не сюда. Это надо, блядь, наверх. Я думал туда, а оказалось не туда. Ну-ка, 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 ну-ка. Я надеюсь, это туда. Ну да, вроде. Просто так бы никого. Ой, пошли зомбаки-то. Нихера вас тут сколько. Ну ничего, ничего. Это самая тупая локация, в принципе. Она мне никогда не нравилась, поэтому... Сейчас мы это все быстренько... Да твою ж ты мать. Да ну надо... Нихера. Вот тут... Не, прикольно, что он переворачивается. Но в остальном ничего прикольного тут нет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Придурки. Придурки! Полетят, полетят, козлы! 67%. Отлично, идем. Розовая вода. Розовый фламинго. Дитя заката. Розовый фламинго. Здесь танцевал когда-то. Может, в жизни прошлой. Не будем спорить о хорошем. Ну, или как-то так. Так, это, по-моему, я доехал до какой-то локации, где можно встать, вылезти и, собственно, управлять своим человеком так, как я хочу это делать. Ага, 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 ага. Козлопас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда ты вот сюда? Ага. Отлично. Здесь мы сейчас проедем. Все правильно? Да, все верно. Я не башек. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да прыгай, ты говорю. Так. Нет-нет-нет, да ёпарасоте. Тут надо очень ювелирно. Да ебать. Чего требуется? Перекур? Я постою, можно постоять? Ладно, срать. Не попадут. Мы проедем. Сейчас аптечку какую-нибудь возьмем. Ну, реально, прям наступают они. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Проскочим, 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 проскочим! Молодцы. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Налево. Точно. Я думаю, точно налево. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Тут должна быть аптечка. Всякая херня должна быть. Да? Я угадал? Точно? Никого нет? Никого нет. Угу. Так. Ну и чё? Кто здесь? Корабли. В моей гавани. Вот. Корабли в моей гавани. Не, что-то там не поплаваем. Стрелки ровно.
5 часов назад. Так. Нет, не надо, не надо. Я, у меня 14%, если я сейчас коснусь хоть одной бочки, я, сука, умру. Ой, какое красивое небо! Нет! Блять! Нет, не надо меня убивать, не надо! Тихо. Вот. Нет, блять! Это наоборот открывать, я помню это говно. Это жопа. Я не доживу. Я здесь. Ай, я сейчас. Да ебать. Можно я выйду отсюда? Вот так. Да вылези, ты говорю. Как-то же можно здесь без него. Тихо. Иди ты в очко. 4% жизни. Добегу до аптечки? Да, хуй. Печальная беда. Беда печаль. Это где? А, все правильно. Я, в принципе, здесь, да? Недалеко. Так, ну здесь... А, 14 жизней также у меня. Ёб твою мать. Ладно. Надо понять сейчас, куда мне быстренько заскочить, чтобы... Ой, стой. Твою мать, патроны мне нахер не нужны. Так. Где-то здесь был подъем. Да ну, уже прилетел. Дозвон. Где-то здесь подъем. Я где-то здесь. А, вон, собственно, залазил. Помню, этот момент я помню. Да вылазь ты. Да ёб твою мать. Да ебать, да ты чё? Нахуй. Четырнадцать процентов жизни. Вот каким хером я должен... Слушайте, я его убью. Чё я туплю? У меня же пушка есть. Ну-ка, иди сюда, тварь. Тварина, ты где? Ты где, Вася? Ну иди, вылазь. Чё, зассал? Ну. Вон он. Тупоголовый. Ну давай, улетай. Типа. Ой, тихо. Так, нахер. Ебать! Это жестко, это жопа, конечно. Но я его должен убить. Нет, сука, улетай. 5% жизни. Это просто какой-то ад. Это ад. Ты умрешь или нет? Я молчу, потому что я сосредоточен. Сука, патроны, блядь. 4%, охуеть. А ты где? Блядь. Все? Yeah, baby, yeah.
4%, друзья. Тварь сдохла, не оставив мне ни черта. Теперь мы спокойно пойдем откроем ворота, и нам никто не помешает. Главное не нарваться на блядскую бочку, чтобы меня не взорвала просто обычная вонючая бочечка. Тихо, тихо, тихо. Это что? Аптечка! Спасибо, 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 спасибо. Это что такое? Порт? 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 Вы порт? Вы чё? Какой тут нахер порт? Никого нет. Открывай. Это было эпично. Сражение с 5 жизнями, и мы его одолели, друзья. Ну, как бы... Другого ничего не могло случиться. Я же... Опачки. Я же профессионал. Не в смысле. Коренное слово не анал, а коренное слово профи. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Дмитрий, это Half-Life, и мы продолжаем проходить ее дальше. Всем добра, увидимся в 4-й части. Пока-пока.